Добрый вечер. Сегодня последний четверг месяца, а значит, эфир городского телеканала продолжает программа «Диалоги», и я ее ведущая Ксения Власова. Гость в студии сегодня – исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. Владимир Михайлович, приветствую. Ксения, добрый вечер. Почти месяц вы уже в должности, но прежде чем подводить итоги вашей работы за это время, хотелось бы поговорить о новости буквально последнего часа. Вы отменили общегородское собрание в мэрии. С чем связано такое решение? Ксения, вы знаете, мы уже две недели, я, по крайней мере, участвую в этом совещании пятничном. Для меня формат немного непонятный в связи с тем, что это уже окончание недели. Вопросы те, которые нужно оперативно отрабатывать, наверное, не совсем эффективно в пятницу, ближе к обеду, о них говорить, а именно в таком формате мы и работали. Ну и с коллегами, когда общаемся, задаю вопросы, есть ли какие вопросы, в связи с тем, что пятница и многие те, кто присутствует, наверное, уже строят планы на выходные, вопросов, как странно, их просто нет. Поэтому формат немного поменяем, все то же самое, но с понедельника. В понедельник мы также традиционно начинаем наше внутреннее совещание утром в 9 часов утра. Туда также будем приглашать все службы, с которыми мы взаимодействуем. Соответственно, прессу приглашаю понедельник в 9 утра. И у нас вся неделя впереди. Мы более эффективно будем отрабатывать и строить свои планы на неделю. Ну, правильно, отдохнувшие со свежими мыслями в бой. Наверное, да, действительно, это будет отличный шаг. Но, забегая немного вперед, 30 октября у вас планируется первый личный прием граждан. Тоже знаю, что и здесь формат вы немножко намерены поменять. Да, Ксения, очень хочется быть доступнее, лишние препоны, лишние какие-то грани, преграды будут сняты, не нужно будет приходить за месяц с паспортом записываться, количество жителей, которые придут на прием, будет увеличено вдвое, и в дальнейшем приемная будет работать в ежедневном режиме. Соответственно, мы к этому движемся, там будет сидеть обязательно человек, и этот человек будет принимать все обращения. Те, которые связаны с вопросами, которые можно решить моментально в этот день, а это порой бывает и лампа, не горящая, освещение на мачте, либо какой-то другой незначительный вопрос, мы их будем передавать нашим службам и снимать оперативно. Те вопросы, которые более серьезные, требующие моего непосредственного участия, будут передаваться и будем отрабатывать их эффективнее. Вот примерно так. Но на самом деле встретиться с вами лично не так-то и сложно. Вы выезжаете в районы, встречаетесь с жителями на проблемных участках. Здесь, кстати, самый трогательный, наверное, ваш визит вспоминается, на Суздальскую, 89. Там девушка пострадала после падения в люк, да, и вы приехали как раз узнать, как она себя чувствует. Даже букет цветов ей вручили. Но что самое главное, наверное, это то, что там на месте было принято немало важных решений. Вот действительно, какие они, и будет ли аналогичная система распространяться, в принципе, на весь город? Да, конечно, когда узнал о том, что девушка при вечернем своем прибытии домой пыталась припарковать машину и упала в люк, а крышка у люка была, ну, видимо, не установлена, может быть, украдена, мы не можем сейчас знать. И сети, те, которые находятся на этой дороге, не передавались городским службам, соответственно, они были бесхозяйственные. Пришли, узнали здоровье, как на тот момент, как себя чувствует. Очень рады тому, что она фактически не пострадала. Да, были ушибы, но никаких переломов нет. После этого, когда вышли на улицу и пообщались уже с жителями этого дома, ну, выявились многие проблемы, которые в этом всем букете, начиная с люка и заканчивая парковками, которые сейчас управляющая компания делает за свой счет. Строитель сдал этот дом, и те машиноместа, которые были запроектированы при вводе, их, конечно, не хватает. Кусок дороги, который ведет к этому дому, буквально 100 метров, это плиты, это грязь, как раз вот где эта девушка парковалась. Фонари на столбе. То есть вот с одной стороны это незначительные, это мелочи, которые обязательно нужно учитывать при вводе, при строительстве, были не выполнены.
Ну да, из мелочей ведь целое состоит, и здесь получается целый комплекс проблем. Но здесь вопрос, вы намерены так делать каждый раз, то есть возникла серьезная проблема, вы, соответственно, выезжаете лично и узнаете, в чем, собственно, дело, и как ее, может быть, там уже решить можно. Конечно, быть. Обязательно в управлении, в городском нужно принимать участие непосредственно, не только в кабинете проводить совещания, а выходить на улицы, общавшись с жителями, больше получишь информации и будут строиться планы на основе тех пожеланий, которые возникают. Я буквально еще два слова именно по той ситуации. Вот если бы был фонарь, хотя бы фонарь на том столбе, наверное, она бы могла увидеть этот люк. Но вот сейчас там уже горит освещение. На следующий год запланируем обязательно эту дорогу заасфальтировать, сделать тротуар. То, что должен был сделать застройщик. Поэтому есть перекосы определенные, будем работать, чтобы их снимать. Ну, то есть, действительно, как бы присутствовать на месте необходимо, да, и это дает возможность напрямую услышать о проблемах, да, казалось бы, одна чрезвычайная ситуация, а в результате целая кипа проблем, да, которые уже удалось решить, да, как вы говорите. Но на самом деле, что особенно интересно, это ваши социальные сети, вот это действительно кладезь сигналов от горожан. Я сделала небольшую подборку как раз, как раз с этими обращениями. Давайте просто посмотрим, с чем к вам обращаются жители. Ремонтировали крышу на улице Громова, 16. Это радует. Но после себя мусор развесили на деревьях. Большая техническая, дом 4. Из 3-го и 4-го подъездов не выйти после дождя. Лужи такие, что вода льется в подъезды. Сделайте, пожалуйста, освещение по тротуару от Московского проспекта 145 вдоль 231-го детского сада к дому на переулке Герцена, 10. Темень страшная, ничего не видно вечером. Улица Дядьковская, 50, корпус 2. Не работает домофон, дверь нараспашку, а скоро морозы. Отопление не во всех квартирах, и лифты работают через раз, а в доме 12 этажей. Улица Сосновая, подъездная дорога к детскому саду «Умка». Дороги нет. С детьми в сад по бездорожью должны пробраться. Ну, вообще, Владимир Михайлович, понятно, что это лишь малая толика всех обращений, которые к вам поступают. Я сейчас даже не спрашиваю с вас ответов по каждому пункту. Здесь важно другое. Я поняла, что вы намерены решать проблему комплексно. То есть здесь как раз вспоминается последний ОГС и те решения, которые приняты по единой диспетчерской дежурной службе мэрии. Да? То есть теперь у вас есть намерение провести там определенного рода реформу. Да, мы обязательно будем менять тот формат, в котором сейчас работает единая диспетчерская служба. Буквально два дня назад они съездили к своим коллегам, посмотрели, набрались опыта у тех, кто очень на достойном и качественном уровне работают, с большим, гораздо большим количеством жалоб. Сотрудники действительно были рады и посмотрели, что можно улучшить в своей работе. Мы обязательно будем двигаться, уже начнем в этом году, и дополнительно модернизировать нашу диспетчерскую службу и дополнительно устанавливать техническое оборудование для того, чтобы жители вот такие вопросы, с одной стороны, малозначительные, как домофон, как лампочка в подъезде, принимались службой. Дальше направлялись тем подразделениям, которые за это должны отвечать, либо управляющим компаниям, либо нашим службам. Эти вопросы снимались в этот же день. И самое главное, чтобы оператор отзванивался заявителю и говорил, что вопрос снят. Но снят не на словах, а на деле. Вот к этому мы будем стремиться. Ну, это действительно очень важный момент. Я отмечу, мы работаем в прямом эфире, нам поступают звонки от телезрителей. Давайте послушаем, с чем к нам обращаются. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и емко обозначьте, в чем ваш вопрос. Здравствуйте, добрый вечер. Ольга зовут меня. Я бы хотела уточнить, что у нас с зимней уборкой города? У нас Ярославль вообще к этому готов в этом году или нет? Я просто в Праге не живу, и вот постоянно какие-то проблемы возникают. Подскажите, пожалуйста, будем ли переживать в этом году или нет? Ну, на самом деле, актуальный вопрос. Сегодня первый снег выпал, и готовность Саха к уборке города сейчас волнует очень многих. Я буквально вчера был на территории спецавтохозяйства нашего. Мы проверили готовность техники, готовность субподрядных наших организаций, посмотрели, у кого что есть и в чем нужно усилить эту работу. Выявлены определенные проблемы, которые нужно сейчас решать оперативно для того, чтобы зимой не сталкиваться с ними на улицах. Есть над чем работать. У нас самое главное, что техника есть. У нас самое главное, что песко-соляная смесь в полном объеме на зиму заготовлена. У нас закуплены реагенты, и мы готовы к зиме не той, которая сегодня, первый снег пошел,
если даже будут более суровые условия. Но для меня это первый год в Ярославле. От своих заместителей, сотрудников я, проведя несколько совещаний, просил о том, чтобы именно рассказали, какие были в прошлом году ошибки, для того, чтобы постараться их решить до наступления таких сложных ситуаций. Но мы не должны забывать и о том, что все-таки бывают дни, когда осадки выпадают в день и полумесячные, и за месяц норма осадков. Поэтому будем стараться улучшать эту работу, будем обязательно получать информацию от жителей. И сейчас действительно уже мы набрали то количество обращений, на что нужно в первую очередь обратить внимание. Будем стараться этот уровень повышать и в техническом плане, и в качественном. Ну, как раз, когда у вас был визит в САХ, вы очень много говорили там о том, что необходимо обновлять и закупать новую технику. Действительно ли такая перспектива есть? Насколько она скорая, эта перспектива? Есть ли средства, в принципе, на нее? Вы знаете, есть такая перспектива. Мы обсуждаем вопросы, связанные с финансированием. Есть возможность у нас купить технику. Мы будем все делать очень выверенно, потому что все-таки те возможности с нашим бюджетом, которые связаны, не позволяют нам, скажем так, закупить столько единиц техники, сколько нам необходимо. Поэтому сейчас мы прибегаем к помощи со стороны подрядных организаций в решении тех или иных проблемных вопросов. Но наша главная задача – контролировать, что все выходили вовремя, убирали, посыпали и реагировали на те, они в любом случае неизбежные жалобы, которые будут поступать. Ну и вот, кстати, относительно жалоб, да и вообще взаимодействия с гражданами, вы еще интересную задачу главам поставили. Ежемесячно, если не ошибаюсь, они теперь должны встречаться с жителями в зале не менее чем на 100 человек, то есть вести прямой диалог с ними. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, вы намерены построить работу, делегируя обязанности, в том числе и специалистам, ответственным на местах, да, для того, чтобы оперативнее вопрос решался? То есть здесь, конечно, это все верно. Вопрос, как спрашивать с них будете? Вы знаете, я буду обязательно посещать эти встречи, тем более первые, которые будут проходить. Обязательно постараюсь быть на каждой, в каждом районе города, для того, чтобы услышать от жителей обратную связь, на что нужно обратить внимание, какая проблема самая актуальная. Это очень эффективный механизм взаимодействия власти и общества. Это нужно делать. Главы поддержали эту инициативу, идею. Поэтому ближайшие встречи начнутся уже на следующей неделе. Но ведь это еще такая хорошая проверка своих сотрудников, да, насколько они способны выходить на этот диалог. То есть не повлечет ли это и кадровые перемены в мэрии в дальнейшем? Вы знаете, насчет кадровых перемен торопиться не будем. Всегда есть к чему стремиться. Если человек хочет работать, он всегда направит свои усилия на то, чтобы исправить ошибку, либо какую-то безграмотность, либо просто направить свою энергию на то, чтобы урегулировать ту или иную ситуацию. Но мы эти встречи будем проводить обязательно. Такая связка именно главы, именно начальники управлений, обязательно депутаты, чтобы жители видели и тех людей, за кого голосовали, чтобы депутаты были вовлечены и знали, что происходит на территории. И куча вопросов будет сниматься именно как раз в зале. Ну, поэтому власть действительно станет открытой вот на самом деле. Действительно, да, задача в том, чтобы все стали доступны, чтобы не закрывались в кабинетах и не только посредством бумаг, да, как-то да, общались, конечно, между собой. Конечно. Да, это действительно важный момент. Ну, я напомню, мы работаем в прямом эфире и принимаем звонки наших телезрителей. Есть еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите. Добрый день. Моя фамилия Гречкань, Альбина Петровна. Я живу на улице Титова. У нас 3 корпуса под номером 4 и дом номер 6. Вот у нас отросток от улицы Титова, это 500 метров, на котором изначально, я живу здесь 25 лет, здесь никогда не было тротуара. Сейчас начинается зима, ездят машин очень много, а ногой ступить негде, пройдет колея, и, в общем, куда угодно. У нас детский садик напротив, и школа 15-я. Вот, может быть, вы сейчас с новыми силами, вам так-то успех, может, что-нибудь поможете нам. Есть ли сведения, в принципе, по этой ситуации у вас на сегодня, вот на сейчас? Я скажу в комплексе по такой подобной ситуации. Их на территории города очень много. И действительно, у нас те дороги, которые нуждаются в ремонте, большое количество. Но составлен план-график на несколько лет вперед. Он согласован также со всеми структурами
администрации. Мне сотрудники докладывали, что также с жителями велся диалог, и эти улицы попадали по мере необходимости кто-то в первую очередь, это на 19-й год, на 20-й, и так вплоть до 25-го года. Но мы зажаты и не зажаты, а действуем в рамках того бюджетного финансирования, которое у нас есть. Конечно, хотелось бы отремонтировать все и начать в 2018, а закончить в 2019 году. К сожалению, у нас на все сразу денег не найдется, обманывать никого не будем. Но вот самые острые такие проблемные моменты будем, конечно, стараться усилять помимо того ремонта, который уже запланирован, пытаться изыскивать средства и дополнительно производить этот ремонт. Но объем очень большой. И вот в этом году тот объем, который набран был по ремонту дорог, он действительно вышел на новый уровень. Вот задача удержать эту планку и чуть-чуть двигаться вперед. Ну, то есть уже действительно такие стратегические моменты присутствуют. Да, это, кстати, то, о чем накануне говорили на заседании муниципалитета Ярославля. Там как раз обозначили критерии, да, все мы знаем, что сейчас вы исполняете обязанности. В декабре муниципалитету предстоит принять решение о том, кто же все-таки займет окончательно пост мэра, да, и вчера как раз они озвучивали критерии. И стратегические видения ситуации, именно вот действительно развитие города, это один из основных, наверное, пунктов, которые они говорили. Ну, помимо всего прочего, возраст старше 21 года, трехлетний опыт работы именно в органах власти, это профильное образование, но вот именно стратегическое мышление, видение команды, это то, на чем они делают акцент. А здесь вы по всем критериям проходите? Знаете, сейчас конкурсные процедуры приведены в соответствие с законодательством, чтобы не было дополнительных каких-то искусственных преград, препонов, то есть, по сути, упростили и круг тех участников, которые могут принять решение пойти на конкурс, он увеличен. Поэтому будем доказывать, отстаивать, и я надеюсь, что депутаты поддержат кандидатуру. Ну, будем работать в этом направлении. А про команду вы сказали очень правильно. Наши пословицы, они золотые, я считаю, и один в поле не воин, это принцип, наверное, всей моей работы, которая выстраивается. Действительно, только командой, только когда весь коллектив заражен идеей реализовать данный проект или какую-то сложную ситуацию решить, только тогда это возможно сделать. И ни в коем случае, если кто-то один пытается всех растолкать, а все остальные плывут по течению. Поэтому вот у нас сегодня даже была встреча в стенах администрации со всеми нашими сотрудниками. Вот принципы работы уже озвучены, скажем так, доведены до всех абсолютно, без исключения. И мне хочется выстраивать такие отношения, как раз-таки коллективные, чтобы дух команды присутствовал в каждом человеке. Ну, о командной работе мы с вами еще поговорим, и сейчас примем еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас, говорите. Вы мне? Здравствуйте, добрый, говорите, мы вас слышим. Добрый вечер. У нас вот какая проблема. Вас беспокоит житель Заволжского района Юркин Иван. Вот. У нас у дома не проехать. Нам бы материалом помогли асфальтовой крошкой. Мы бы субботник здесь сделали и отремонтировали сами дорогу. То есть даже вот в числе команды сами жители готовы быть, да, и даже вот им главное, чтобы материалы предоставили, дальше они готовы уже и сами. Если оставите контакт или напишите, свяжетесь с нами, мы постараемся найти решение с крошкой. Таких мест очень много по городу. Сейчас погодные условия даже не позволяют, если пойдет снег, уже и крошка, она не работает, потому что все-таки в летний период она укладывается, когда есть на улице хорошая погода, когда сухо. Но если нужно в данной ситуации выйти посмотреть, конечно, обратитесь и дайте точный адрес. Но работа строится должна на системном подходе, и планы выстраиваться на следующий год. Для этого, конечно, нужны проектные решения для ремонта дорог, для этого нужны планы и заложенное финансирование. Поэтому звонков может поступить очень много в каждый двор. Сейчас мы не придем и не отремонтируем. Но задача именно, чтобы до жителей донести те планы, которые есть, чтобы они были открыты и люди понимали, в этом году будет дорога, либо она будет на следующий год. И главное ее сделать.
Ну, вообще, все обращения мы действительно обязательно передадим вам после эфира, а сейчас вернусь к вопросу именно о командной работе. Я думаю, что именно такой стратегии предстоит придерживаться в решении улучшения комфортной городской среды. О ней, кстати, очень много говорят сейчас на форуме «Визит Раша». Отмечу, что сейчас действительно в Ярославле форум туристический проходит, и как раз развитие комфортной городской среды и, в частности, городского туризма – это основной тренд, да, который там озвучивают. Здесь уже есть тоже какие-то стратегические задачи, стратегические планы, которые вам вместе с правительством области предстоит выполнить? Ксения, туризм – это одно из приоритетных направлений, которое обозначил губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов. И Ярославль от года к году видит то количество туристического потока, который увеличивается, и интерес к городу растет. У нас есть к чему стремиться всегда, но, конечно, у нас задача расширять ту комфортную среду, то благоустройство, те пешеходные зоны, которые должны в итоге увязаться в пешеходные маршруты, чтобы это не было отдельными кусками разорванными, чтобы комфортно было выйти, пройтись, прогуляться по улицам, зайти в ресторан, купить в магазине какие-то сувениры, либо еще что-то, и чтобы вот эта вот история, она становилась массовой, а не точечной. У нас есть на территории города офис союзов городов Золотого кольца. В том году он был открыт. 21 ноября будет как раз год с момента открытия. И так как и сам офис является таким центром идей и задумок, которые должны быть реализованы, вот это все ложится в основу развития туристической отрасли. Мы в открытом диалоге с операторами, которые работают, с теми, кто хочет приезжать в Ярославль. И любая идея, которая будет поступать, будем стараться ее дорабатывать и привносить во благо развития туристической отрасли Ярославля. Ну, более того, в принципе, развитие городского туризма, оно так или иначе влечет улучшение городской среды не только для туристов, да, но и для самих жителей, а, соответственно, это та стратегия, которая будет полезна каждому. Конечно, в первую очередь это должно быть для жителей Ярославля. Туристы приехали, 2-3 дня, пусть неделю пожили, уехали, поехали в другие города, а наши люди живут, ходят по этим улицам, пользуются всем тем, что в эту отрасль вовлечено, и чем больше этого будет, тем будет интересней и приезжать, и в первую очередь жить. Ну что ж, я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Благодарю вас за беседу. Отмечу, что время программы подошло к концу. Я напоминаю, в эфире городского телеканала была программа «Диалоги» с исполняющим обязанности мэра Ярославля Владимиром Волковым. В студии для вас работала Ксения Власова. В 19:30 мои коллеги из информационной службы расскажут о главных событиях города, так что не переключайтесь. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.